Думаю, надо блиндажик снять. Это мой третий блиндаж на этой войне. И получается уже 11-й, если считать САТО. Ну, в общем, все нехитрые пожитки. Дождевик, рюкзак, плитоноска, броник, автомат, каска, спальник. Кстати, можно в этой ямке можно стоять в полный рост. В общем-то, для этого я и проковырял в этом диком грунте.